Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики, с вами я, Александр. Сейчас в этом видео мы будем проходить вторую часть легендарной серии игры «Джефф the Killer» или «Убийца Джефф». Только тут уже будет все по-другому. Итак, приступим. В этой игре вам нужно будет поставить камеры и узнать, почему же все-таки люди сходят с ума в этом заводе или цехе, не знаю, как там. Ну, собственно, давайте. Тут нужно поспешить, поставить все камеры и уйти с цеха, чтобы остаться живым и невредимым. Ну, собственно, давайте идем. Вот у нас. Вот эту камеру мы поставили с вами. Мы должны убежать. Самое главное остаться в живых. Ох ты, блядь. Вот он, собственно, Джефф the Killer. Убийца Джефф, который будет преследовать нас всю игру. Самое главное поставить нам с вами камеры и потому что... Ох ты, блядь! Скорее уйти отсюда. А, блядь! Блядь, здоровья не осталось. Я вот боюсь, ребята, что мы, возможно, даже не останемся в живых. Опачки, видите, как он? То появляется, то не появляется. Сказать, появляется в рандомном месте в любое время. С вами осталось еще поставить две камеры. И, собственно, мы пройдем с вами игру. Если мы сможем с вами, конечно, выжить в этой игре. Собственно, да, вот такие вот моменты в этой игре. Очень страшно. Ух ты, блядь, беги, давай, беги. Вали, блядь. Педобир. Все. Нам надо с вами бежать. А-а-а. Чувак. Ребят, нам надо с вами очень выжить. Да поскорее. Этот придурок. Вот мы. Все. Мы прошли с вами игру. Ура. Ура всему. Ну вот, собственно, вы увидели такой вот короткий мини-летсплей по этому видео. Как пройти игру, вы уже, собственно, увидели. Вам нужно быстро поставить все камеры и уйти сбежать. Собственно, вы увидите на видео Брэйна. Вроде он играет первый раз, но да, бывают такие моменты. Ну, собственно... Хочу сказать, прощайте, мои друзья, счастливого просмотра, ставьте пальцы вверх, кому понравилось видео, и, думаю, я скину ссылочку на игру под видео. Давайте, удачи вам, ребята, это был опять же снова я, Александр, прохождение такой легендарной игры, до свидания.